закончил, домой дуй. Я, наверное, жена дома заждалась. А как же? Ходил? Правильно. Это же моя мама просила. Алло. Мамочка? Уже пришел. Да, он не придет. Он устал. Ему некогда. Да. Да, мамочка, все ты правильно говорила. Да никакого толку. Ой, не говори. Ну ладно, мамочка, давай, я еще позвоню. Твоя мамочка мне, ах да ох, как он устает тут, бедный. А я одна тут все делаю. Приветики, моя хорошая, ты где? В Арабских Эмиратах? Светка, как я тебе завидую, помнишь? Ты не хотела за него выходить. Ну и что, что старый? Подруги на курортах, на машинах, а я одна как проклятая. Я что, посудомойка? Я сюда женщина! Пыли тебе надо натирать! Виталий? Да. А я правильно пою? На переднем Стенька Разин. Держи право. Ну, как же? Ай, да ну. Ответ неправильный. Да? Да. А как правильно ответить, дядя Коля? Отвечать надо так. У меня дела, как на корабле. Тошнит, а плыть надо. Во! Дядя Коля, что ты сейчас жене скажешь, а? Добрый вечер. А остальное скажет она. Добрый вечер. Привет, Нахимцев. Сколько лет, сколько зим. Привет, Люся. Как дела? Как на корабле. А мы как раз на морскую вечеринку едем. Поехали, Нахимцев. Я с товарищем. Девочки, нам юнга нужен. Берем! В нашу гавань заходили корабли, большие корабли из океана. В таверне веселились все моряки и пили
за здоровье Маримара. Виталий. Да. А какие дальше слова? Обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет.